Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня очередной ролик про накрутку опыта GTA 5 онлайн. Прошлый ролик про накрутку денег зашел хорошо, просмотры были большие для моего количества подписчиков. Итак, почему так долго не было ролика? Потому что после накрутки денег, то есть я проверял, будет ли бан, не будет бана, бана не было, как вы видите, играем. После чего я начал проверять именно этот опыт накрутку. То есть я ждал месяц про бан денег, потом еще накрутил опыта себе. И где-то неделю ждал еще опыта. Бана не было, так что записываю теперь вам этот ролик. Так, что для этого потребуется? Все тот же самый Cheat Engine и GTA-шка. Где и как его скачать будет в прошлом ролике. Это будет подсказка сверху в экране и в ссылке в описании. А мы переходим. То есть сеть, дела, начать дело, созданный Rockstar, гонки, велик по Америке, подтвердить. Ищем еще раз. Подтверждаем настройки, лобби закрываем, чтобы никто нам не мешал. Игра, да. Выбираем велосипед, продолжаем, готов к гонке. Гонку вам нужно пройти, я пока не буду проходить, вы можете ее перемотать. Это было обидно. Ну, напишите в комментариях, каким персонажем вы играете, мужского пола либо женского. Потому что, как по моему мнению, мне больше нравится, допустим, женским персонажем играть, потому что, ну, более красивый вид, приятнее смотреть. Все, подъезжаем к финишной прямой. Наш велосипед надо остановить. Нормально. Заходим в Cheat Engine. Нашли, нажимаем тут мониторчик, выбираем нашу GTA-шечку, open, все, в этой строчке пишем наш опыт, который сейчас имеется у вас. Как его проверить? Нажимаем букву Z английскую, 552-824, это мой опыт, то есть пишем 552-824, все, ищем. Сейчас он найдет именно те число, которые относятся к нашему опыту. Нашел, нажимаем Ctrl-Z. Опс, секунда, нет, Ctrl-A. А, английская. Красную кнопочку. Сюда же опять нажимаем Ctrl-A. Это выделение. И вот в эту вот иконочку мы пишем наш, уже которое вам нужно, количество опыта. Ну, допустим, если сделаю 582, было 552, правильно? Окей, все, завершаем гонку. Завершили, сразу говорю, больше сотого левела, в принципе, качать не нужно. Все функции открываются на сотом левеле.
Все, сейчас закрываем все это, выходим и смотрим, сколько у нас опыта получилось. Так, запомни, да, у нас было 552 опыта, а сейчас у нас 583. Как видим, опыт накрутился, все хорошо. Таким же способом вы можете себе сделать любое количество. Все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся. Если что-то непонятно, тоже пишем комментарии, отвечаю на каждый комментарий. Все, всем спасибо, всем пока.